Там был замечен самец камышовой овсянки. Это вторая встреча этого вида в Кавказском заповеднике. Первый раз самка была замечена 10 лет назад на кордоне Умпырь. Ученые сделали вывод, что во время весеннего перелета небольшое число овсянок все-таки преодолевали горы главного Кавказского хребта, хотя у этих птиц другие основные пути миграции. А жители поселка Красная Поляна нашли на своем участке и передали в экоцентр редкую для Сочи черношейную поганку. Ранее орнитологи заповедника не раз не наблюдали эту птицу в весеннем перелете. Как сообщает сайт yuga.ru, в декабре ученые орнитологического парка Сочи заявили об обнаружении 7 новых видов птиц.